Всем привет и хорошего настроения. Здравствуйте, друзья. Сегодняшний обзор хочу посвятить миниатюрным фотоаппаратам. Камерам для фотосъемки, пленочным, естественно, камерам малого формата. Итак, это моя давняя страсть. Хотелось, чтобы, так сказать, всегда в кармане с собой было что-то маленькое, вот, не занимающее особо большое количество места, в то же время позволяющее выполнять довольно сносную фотосъемку. Давайте сделаем небольшой экскурс в историю. Итак, пленочные фотоаппараты. Первая половина 20 века, первая половина прошлого века. Тогда они были различного формата. Как вы знаете, были павильонные камеры с размером негатива 24 сантиметра в ширину. Вот. Были поменьше, 9 на 12. Были, значит, на так называемые кинопленочные фотоаппараты, то есть типа ФЭТ, которые, или ЛЕЕК, которые снимали на перфорированную кинопленку узкую, наиболее распространенные, кстати, в 20 веке фотоаппараты. Ну, а миниатюрные фотоаппараты, они были всегда востребованы для, в частности, для скрытой съемки, первым делом, конечно же, это для шпионских различных работ. И вот первую миниатюрную фотокамеру представила миру, как ни странно, наша в прошлом советская, сейчас независимая латвийская, так сказать, республика, фирма ВЭФ. Знаете, конечно, все фирмы ВЭФ, выпускавшую, значит, большое количество прекрасной радиоаппаратуры. И вот это такая интересная фирма выпускала, как оказалось, не только радио, но и первую в мире миниатюрную фотокамеру шпионскую. Это знаменитый Минокс. Вот так выглядел этот фотоаппарат. Извините, не имея его в коллекции, опять-таки вынужден вам показывать все это дело на распечатанных с принтера фотографиях. Да, вот это фотокамера Минокс, знаменитый миниатюрный, вот он, это его фактический размер фотоаппарат, если сравнивать с рукой, который выпускала фирма ВЭФ. Раздвижная камера, снимающая на узкую пленку и позволяющая, так сказать, выполнять различные виды фоторабот, а также и шпионскую съемку. Очень положительно об этом фотоаппарате отзывался знаменитый наш иммигрант-предатель Виктор Суворов, псевдоним Владимира Резуна, убежавший разведчик-нелегал, сбежавший на Запад в 70-е годы прошлого века. Там в его книге «Аквариум» описывается, как он при помощи фотоаппарата Минокс выполнял различные съемки. Ну, там есть, конечно, и ляпы. Допустим, сказано, что к фотоаппарату Минокс у него был телеобъектив. Ему нужно было снимать из окна здания советского шпиона на другой стороне улицы. И вот он использовал телеобъектив, как он говорит в своей книге, размером с батарейку. То есть вот такой небольшой типа телеобъектив. Ну, не знаю. Я сомневаюсь, что к этой камере вообще возможно было ставить какие-либо иные виды объективов, сменную оптику. Поэтому давайте я вам немножечко просто про нее сейчас расскажу. Сейчас расскажу, когда, что, где и как появились эти камеры. Вот, так сказать, сделаем опять-таки краткий экскурс в историю. Итак, с 1938 по 1942 годы, то есть не так уж и долго, ВЭФ выпускал самые миниатюрные в мире фотоаппараты, ну, на тот момент, естественно, ВЭФ, Минокс. Их конструкцию разработал изобретатель Вальтерс Цапс. Фотоаппарат мог делать 50 кадров. Одной из его уникальных возможностей была съемка с расстояния, обратите внимание, в 20 сантиметров, вот это глубина резкости, сохраняя при этом четкость и контрастность изображений. Такие свойства миниатюрного ВЭФ Минокс были особенно ценны для работников секретных спецслужб. На латвийском рынке фотоаппараты ВЭФ Минокс появились в 1938 году. В фирменном магазине ВЭФ на улице Бривибас, извините, если неправильно произношу, может быть Бривибас, их можно было купить за 248 латов. Не знаю, дорого ли это было по тем временам, полагаю, что не очень дешевая сумма, потому что фотоаппарат был действительно качественно изготовленный. У каждого фотоаппарата был свой порядковый номер и гравировка «Made in Latvia». До начала Второй мировой войны было произведено
около 17 тысяч фотокамер. Они экспортировались в Великобританию, Швецию, Германию, Норвегию, США, Японию, СССР и другие страны. 17 тысяч всего фотокамер. Поэтому фотоаппарат довольно редкий является на сегодняшний день. И стоит довольно больших денег. Популярен среди коллекционеров. Вот. Ну, естественно, экспортировались. Вот. Это то, что касается, так сказать, первого начала всего по поводу миниатюризации фотоаппаратов, фотосъемки. Ну, а, соответственно, далее, что было, что я вам хочу сказать. Видимо, воодушевившись фотоаппаратами фирмы Minox, германская фирма Minolta выпустила фотоаппарат Minolta 16. Он, в принципе, повторял во многом Minox, но был более... скажем так, такой квадратный, более брутальный. Вот. У меня его, к сожалению, в коллекции тоже нет. Я вам только на фотографии, опять-таки, могу его показать, эту Minolta. Так, вот она, родимая. Извините, не туда пошел. Вот такого плана был фотоаппарат Minolta. Сейчас попробуем резкость навести, чтобы вам было хоть что-то понятное видно. Да. Итак, фотоаппараты Minolta, выпускавшиеся в Германии, послужили, в свою очередь, прототипом для наших отечественных фотоаппаратов. И первым отечественным миниатюрным фотоаппаратом был фотоаппарат Киев-Вега. Киев-Вега. В принципе, полностью почти копировал эту Minolta. Вот. Киева-Веги у меня в коллекции тоже, к сожалению, нет. Стыдно мне, все только обещаю. Вот. Но зато у меня есть фотоаппарат Vega 2. Это последующая модель, которая пошла после Киева Веги. И вот она мне досталась в таком приятственном виде. Vega 2 фотоаппарат, даже в коробке, в упаковке, с паспортом, со всеми делами. Вот о нем мы сегодня с вами и поговорим. Итак, берем в руки вот эту приятную небольшую картонную коробочку. Открываем ее. Вставляем в сторону крышку и наблюдаем, как там аккуратно разложен фотоаппарат со всеми необходимыми для него принадлежностями. Сам фотоаппарат находится в таком приятном кожаном чехле на молнии. Причем это натуральная, хочу сказать, кожа. А вот металлическая молния. Здесь имеется такой темляк-ремешок. Можно его, соответственно, повесить на шею. Вот фотоаппарат действительно очень миниатюрен. И ежели мы откроем аккуратненько этот чехол, стараясь не повредить молнию. Вот. Выпускался он у нас, получается. Ну, я думаю, это годы были, к сожалению, информацию сейчас не посмотрел. Это, видимо, начало 60-х годов прошлого века. Вот. Очень красиво оформленный даже внешний этот фотоаппарат Vega 2, как вы видите. Сверху имеется калькулятор для расчета экспозиции, причем такой достаточно понятный, даже неопытному фотолюбителю. То есть здесь указаны условия освещенности, яркое солнце, море, просто солнце, солнце в дымке, солнце за облаками, облака, тучи, грозовые тучи. И выставляя напротив условия освещенности на данный момент стрелочку одного из колец экспонометра, а второе кольцо мы ставим на чувствительность пленки, мы получаем необходимую нам пару выдержек и диафрагм. То есть вот здесь-то сверху на кольце можно видеть. При выдержке 130 диафрагма должна быть 5,6. Если у нас солнце в дымке, а чувствительность пленки всего 30 единиц по ГОСТу. Естественно, чувствительность дана по ГОСТу. Я вам сейчас расскажу об отличиях Веги 2 от Киева Веги. Вот. Киев Вега был, как я уже сказал, скопирован с Minolta, но был он достаточно прост. В Вегу 2 добавлены другие более интересные, многие более интересные решения технические. И фотоаппарат этот стал как бы на самом деле на порядок лучше, интереснее, чем его предшественник, скопированный с Minolta. А вот. Ну, во-первых, скажем так, у этого аппарата появилась функция возможности наводки на резкость. То есть у Киева Веги не было возможности наводить объектив на резкость. А здесь, пусть хоть в небольших, скажем так, пределах, эта возможность имеется. Имеется вот такое кольцо с делениями. Значит, наводка на резкость осуществляется с расстояния от. Сейчас я вам скажу, от 0,5 метров, да, к сожалению, меньше, чем у Minox, у которого было всего 20 сантиметров. А здесь же минимальная дистанция, с которой можно снимать полметра. Вот, и до бесконечности. То есть, вращая это колечко, можно установить резкость на необходимую нам глубину. То есть, снимаем ли мы либо что-либо репродукционное, либо же мы, соответственно, снимаем там пейзажные, натюрморты, группы лиц, портреты и т.д. и т.п.
Когда фотоаппарат открыт, вот здесь вот в окошечке мы видим, горит красная точечка. То есть это информирует нас о том, что затвор его взведен. А объектив закрыт вот такой металлической шторкой, на которой, собственно, эта точечка и просматривается. Если мы нажмем на клавишу спуска, то произойдет экспозиция, и эта красная точечка исчезнет. Значит, для того, чтобы производить экспозицию вновь, нам нужно снова закрыть фотоаппарат, вновь его открыть и снова сделать съемочку. Вот такой интересный фотоаппарат. Видоискатель его в закрытом состоянии не работает, а когда мы его открываем, то вот через это отверстие, соответственно, мы можем наблюдать за, собственно, тем, что мы будем собираемся с вами снимать на фотопленку. Вот такой фотоаппарат Киев Вега. Ну, в его комплект принадлежностей входит кассета. Пленочка у него достаточно узкая. Как я уже говорил, вот такого плана пленка. Вот она помещается в кассете, состоящей из двух частей. В одной части кассеты расположена катушечка с пленкой. Другая часть, вернее, в одной части кассеты вот здесь расположена катушка с пленкой. Вторая часть кассеты приемная. Сюда входит захват фотоаппарата, предназначенный для транспортировки пленки. Открывается фотоаппарат вот таким образом. Нажав на эту кнопочку, мы получаем доступ к счетчику кадров. Да-да, он оснащен еще и счетчиком кадров. И вот она, кнопочка у нас вводная. Вот вы видите, красная точка на объективе. Нажимаем, щелкнул, сработал. Если мы потянем за специальную пружинку, то мы получим доступ к внутреннему отсеку фотоаппарата, где у нас расположена кассета. Кассета. Вот она, наша кассета. Соответственно. Вот. И как бы находится здесь же его приемная транспортирующая система. Вот смотрите, переводим, крутится катушечка, которая транспортирует пленку. Которая транспортирует нашу пленку. Взвели, перевели, щелкнули. Взвели, перевели, щелкнули. Вот такого плана, значит, фотоаппаратик. Очень маленький, компактный, удобный, красивый. Выпускался он киевским заводом. Киевским заводом, который выпускал такие известные аппараты, как Киев и как Салют. Вот. Также в комплект данного фотоаппарата входит, помимо вот такой вот коробочки с кассетой, их на самом деле две, тоже украшены надписью Vega 2, видите, все красиво. Входит переходная рамочка для печати фотографий на обычном фотоувеличителе. Вот видите, вот этот размер негатива. Вот такой у него получается после съемки. Очень небольшой. То есть пленочку вставляем потом в эту рамку. Пленка отснятая, кстати, выглядит вот так. Вот она, отснятая этим фотоаппаратом. Вы видите пленочка. Надеюсь, вам на ней видны кадры. Я в свое время довольно много такими фотоаппаратами снимал. Вот. И для того, чтобы, так сказать, печатать на обычном фотоувеличителе, мы вот эту полученную после проявки пленку вставляем вот таким образом вот в эту рамочку и уже, так сказать, далее фотоувеличитель. Вот фотоувеличитель. Дальше мы можем печатать те кадры, которые нам понравились, которые у нас получились. Ну, довольно много негативов у меня еще от этого фотоаппарата сохранилось. Надо будет как-то заняться их оцифровкой. Вот. Хотя совсем небольшие кадры. На самом деле максимальная фотография где-то вот такого размера получается качественная. Дальше уже потом начинает действовать зернистость. Дальше начинает действовать, сильно проявляться зернистость, и фотографии уже получаются не очень удобно смотримые. Ну а помимо всего прочего, в комплект этого фотоаппарата входит вот такая вот переходная верхняя часть катушечки для обычного фотобачка. То есть, одевая ее на обычный бачок, мы получаем вот такую узкую, так сказать, узкое место для зарядки в обычный проявочный бачок вот этой фотографической пленки, которую мы получаем после экспонирования ее фотоаппаратом Киев Вега. Киев Вега. Вот странно, две кассеты. У меня на одной написано Вега 2, на другой Киев Вега. Неужели эта кассета от Киев Веги еще? Еще с тех времен. И похоже, там даже какая-то пленка сохранилась. Очень интересно. А вот. Да, то есть два в одном. Вот в таком виде мне достался этот фотоаппарат. Большое спасибо людям, которые его сохранили в целости и сохранности. И то есть теперь он может, как в принципе и занимает, достойное место в моей коллекции. Вот вариант оформления
пленочки для фотоаппарата. Фото 65, видите, 65 единиц ГОСТа. Длина 0,95 метров, 25 кадров. Цена 16 копеек. Размер кадра 14 на 21 миллиметр. Негативная фотопленка. Она на самом деле там есть, запакована еще. Не думаю, что что-нибудь хорошее получится, если попытаться на нее снимать, но пусть хранится как экспонат. Минхимпром СССР, фабрика номер 5, кинопленки, город Переславль. Вот. Написано здесь следующее. Негативная фотопленка для аппаратов «Нарцисс». Были еще под такую же пленку миниатюрные зеркальные фотоаппараты. У меня в коллекции, к сожалению, нет. Как появится, обязательно про него ролик сниму. Зеркальный узкопленочный фотоаппарат «Нарцисс». Безумно прикольная штука. Негативная фотопленка фото 65 скрывать и обрабатывать в темноте. Вот такие вещи здесь написаны. Ну, что еще интересного? Есть паспорт фотоаппарата Vega 2 за номером 54907. Продано 6 ноября 1964 года. Вот мы и поняли, когда, так сказать, фотоаппараты начали, ну, выпускались и продавались. Примерный период времени. Вот. Представитель ОТК заверил своей печатью 3 сентября 1963 года. Адрес завода изготовителя. Киевский совнархоз А. Вот. Интересные сведения. Фотоаппарат Vega 2 комплектность. Фотоаппарат с кассетой и шнуром. Есть комплект светофильтров. Желтый светофильтр 17 и оранжевый светофильтр 12. Да. Извините, бога ради, снова звонки по службе. Вот. Также прилагается в комплект паспорт на Вегу 2, вот, с инструкцией по эксплуатации и описание диска для бачка. Ну, сейчас, к сожалению, поскольку был звонок служебный, я вынужден прерваться. Извините, пожалуйста, на этом, видимо, ролик придется завершить. Все остальное я досниму и расскажу в следующем ролике. Большое спасибо за внимание. С вами Сергей.